3 мая в поселке Старая Константиновка Тверской области России случился крупный пожар. В результате на парковке сгорело 38 грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Жертв нет, но большинство автомобилей выгорели дотла. Рассматриваются разные версии причин пожара, в том числе умышленный поджог. Один из очевидцев снял процесс тушения пожара на видео. Представляем вам эти кадры.